Люберецкая гимназия номер 5 имени Героя Советского Союза Николая Власова отмечает юбилей. Образовательному учреждению 60. На торжестве собрались учителя, ученики и выпускники разных лет. Этот праздник объединил людей, для которых 5-я гимназия была, есть и остается номером один, самый любимый и родной. Вся жизнь моя прошла в гимназии номер 5. Я закончила эту школу в 1979 году. У меня две дочери, которые тоже закончили школу, а сейчас у меня учатся внуки. Всем хочу пожелать здоровья и коллегам, и детям. И самое главное, мира на всей земле. К поздравлениям присоединились ученики. Для многих из них гимназия стала вторым домом. Никогда бы не перешла в другую школу. Вот. Для меня эта школа почти как семья, потому что здесь я нашла своих друзей, которые очень часто меня поддерживают. Простые души, приветливые учителя такие, которые, если что, могут объяснить что-то. Я желаю, чтобы, несмотря на все успехи, которые есть сейчас, в дальнейшем все было больше и больше каких-то побед. В адрес коллективу школы прозвучало много теплых слов. Отдельная благодарность ветеранам педагогического труда. Диана Ильина проработала здесь учителем математики почти 50 лет. Приветливые учителя были, очень внимательные ученики, и отношение у нас с учениками было просто превосходное. Школа, она грела, она давала и учителям, и ученикам общение, знания, радость. И, конечно, я с удовольствием здесь работала. История школы – это частицы жизни каждого ее ученика и учителя, их общие достижения и победы. Очередной юбилей, по мнению директора гимназии, не просто красивая дата в школьном календаре. Это какой-то определенный этап, когда стоит остановиться, оглянуться назад в прошлое, причем оглянуться назад с большой благодарностью тем поколениям, педагогическим коллективам, которые работали здесь. Те люди, которые заложили основу для того, чтобы мы дальше продолжали их традиции. За 60 лет школу окончили 3500 выпускников. Сегодня 5-я гимназия – это 2 учебных корпуса, где обучаются 1200 человек, а также дошкольное отделение, которое посещают 970 малышей. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.